ДВ-клиника – это медицинский центр, в котором заботятся о здоровье своих пациентов. В нем работают высококлассные специалисты и имеется новое современное оборудование. Пойдем посмотрим. ДВ-клиник – это медицинский центр нового поколения, в котором реализованы современные решения, обеспечивающие наилучшие условия для комфорта пациентов. У нас работают все, будем так говорить, самые лучшие доктора нашего Приморского края. Более того, на март месяц у нас запланирован приезд пластических хирургов из ГМ-Москва. Ну, это в основном пластическая хирургия связана с областью лица, это блефара, пластики, ринопластики, там, отопластики и так далее и тому подобное. То есть все возможные операции. Ну и также операции на теле. То есть это липосакция, абдоминопластики, коррекции всевозможные. В организацию центра входят поликлиника, современный диагностический комплекс, кабинет функциональной диагностики, лабораторной, ультразвуковой и эндоскопической диагностики, рентген-кабинет, маммография, круглосуточный и дневной стационары, инновационный операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии. Основными направлениями медицинского центра являются травматология, эндопротезирование суставов, коленные и тазобедренные, операция по урологии, гинекологии и хирургии. Начиная с июня месяца за нами проведено 50 операций по квотам. То есть это и тазобедренные суставы, и коленные суставы, и на позвоночнике операции. И совсем немного нам давали в этом году объемов по гинекологии. На следующий год планы, конечно, у нас гораздо масштабнее. Мы подали заявку в фонд обязательного страхования на очень большое количество операций. То есть это порядка 200 операций нами должно быть выполнено в следующем году. Я повторюсь, что это операции, которые оказываются по полису ОМС. У нас в настоящий момент делаются так называемые интравитреальные введения, то есть это введение препаратов дорогостоящих в глазное яблоко. Это пациенты, которые катастрофически теряют зрение и без этих препаратов жить не могут. А на следующий год мы их заявили также по программе госгарантий. Возможно, нам дадут эти объемы, и тогда мы сможем здесь их оказывать бесплатно. Комплексный подход к оценке состояния больных, возможность привлечения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи лучших специалистов позволит обеспечить высокое качество диагностики и лечения при различных заболеваниях. Медицинский центр ДВ-клиник оказывает услуги в рамках обязательного медицинского страхования и высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Приморского края, а также для жителей регионов России без очереди по направлению травматология и ортопедия при следующих заболеваниях эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов. Для получения медицинской помощи в рамках программы ОМС необходимо лично обратиться в клинику на прием к врачу-травматологу-ортопеду для предварительной консультации. Также медицинский центр ДВ-клиник предлагает вам посетить новый центр косметологии и спа «Эдем». Это место как райский сад, где царит гармония души и тела, и все наполнено любовью и заботой о вас. Современный комплекс с программами восстанавливающих и уходовых процедур на основе спа, массажа, косметологии и эстетической медицины. Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть эти праздники пройдут ярко, красиво. Будьте здоровы, будьте счастливы. Пусть с вами рядом будут все родные и близкие вам люди. А мы, в свою очередь, приглашаем вас в новый центр косметологии и спа «Эдем», расположенный в ДВ-клиник. Приходите и отдохните душой и телом. Для вас подобраны более 15 видов массажа и спа-программы. Профессиональные массажисты используют специальные методики и приемы, которые принесут огромную пользу для всего вашего организма. Осуществляю все виды медицинского массажа, постинсультный массаж реабилитационный, постковидный, что сейчас очень актуально. Сделать комнату психологической разгрузки. У нас будет солевая лампа, ионизатор. И полтора часа будет массаж антистресс. У кого бессонница, у кого панические атаки. В принципе, очень актуально в наше время. Также скульптурный массаж, эстетика тела, плюс шоколадное обертывание. В принципе, дети, школьники с нарушением памяти, сколиоз, все виды медицинского массажа. Косметологи грамотно и безопасно проведут инъекционные и безинъекционные омолаживающие и уходовые процедуры. Буду всех вас рада видеть в своем кабинете. Я буду предоставлять вам такие процедуры для лица, как омоложение,
как уход для лица, как разные спа-программы для вашего лица. Также в моем кабинете вы сможете получить удовольствие для своих ножек. Здесь будет проходить массаж стоп и массаж рук. В общем, всех вас буду рада здесь видеть себя в кабинете. Используются только эффективные препараты. Профессиональная косметика, натуральные масла, скрабы и лечебные грязи. В скором времени в спа-пространстве у вас будет возможность получить удовольствие от посещения сауны и бассейна, где вы прекрасно проведете время в атмосфере умиротворения и комфорта. Миссия медицинского центра – забота о здоровье пациентов, основанная на новых знаниях.